кто-то рысью бежит, вообще. Кто-то скачет, кто-то рысью бежит. Ты смотри, какие молодцы, а. Ну-ка давай. А ты говоришь, ты это такое еще увидишь. Ты смотри, 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 смотри. Ох, молодец. Глазастенькие такие. Отлично, не трогай. Брухает. Брухает, бежит. Молимся. Всемогутный Боже, Ты нас живишь и усмотняешь своими словами наисвятейшим сакраментом. Учини, как мы годно примаючи гэтыя святые дары Твоего Сына, могли стать удельниками Его життя вечного, яки живей володарыть навеки вечные. Кирнаска, послухайте объявы. Сегодня 6 березня, 23-я неделя звычайного литургичного периода. Нагадываем батькам, что одним из их главных обовязков является духовное выхование детей. Тому необходимо записать деток на катехезу до первой святой коммунии. Катехезу после первой святой коммунии. Как дети духовно развивались. На этом тыдні Святый Костёл будет означать 8 вересня свято народжения на Святейшей Панны Марии, 9 вересня успомин святого Петра Клявера святара. Само сегодня означаем первую неделю месяца. 12 вересня у нашей архикатедральной парафии имя Святейшей Панны Марии у Минску отбудется урочистость титул Костёла имя Святейшей Панны Марии. Святые имши отбудутся в 7.15, 8, 12 и 18.30. Каждый в этот день может отримать полное пробачение кар чистцовых, коли выконает наступные умовы, будет в стане ласки, это значит, после святой споведи, приступить до святой коммунии и помолиться в интенциях святого Отца. Само запрошаем вас принять удел в супольной молитве, особливо молодые пары, которые в минулом 2014 году в нашем костеле приняли сакрамент.